производим, легко проходит сквозь кирпичные стены. 3 часа ночи соседи на... Здравствуйте, я Алибек, студент Назарбаев университета. Какой сюрприз будет? Мне нужны антенны. Сижу в столовой, у нас закончился фаундейшн, теперь халява. Песники тащились от 8-битных приставок. Но у халявы есть минусовые стороны. Нам не дают кушать, так что я пью кофе и ем баловсак, которым поделился наш мой друг Кенджи Гали. Молота, орел двуглавый, в правой лапе скипетр, а в левой держава. Нам... Мои друзья тут старше сидят, кушают, собственно, я... Страны на экранах, чернуха и откровенно. Сижу, палец сосуду, нормально все. Ага, вот, значит, живем, отдыхаем, сплю целыми днями, периодически балуюсь разными. Звук на всю, если мама была в ночную смену. Ну, не важно, сплю целыми днями. Ну, вроде все, сейчас допью свой кофе и пойду. Эй, человек, можешь нормально кушать? Ты кто такой? Давай, до свидания. А ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ну чё, finally I got it? Стены орали, колонки на грани поломки. Короче, дали мне всё-таки хавчик всем. Правда, почему? Мы вас производим. Это пирожок не дали, сказали только котлету с гречкой. Видимо, пирожок дома ее дочка ждет. ХЗ. Тем не менее, кушаю, и все охренительно. Ага.